Ну что, друзья, синий цвет, корпоративный цвет компании Zeltiq Cool Sculpting. Это именно та процедура, с помощью которой мы замораживаем жировые ловушки. И сейчас хочу сказать о важной новости, которая, мне кажется, вам очень всем понравится. Это именно то, что в Москва-Сити теперь мы первая клиника, в которой есть два сразу аппарата Zeltiq. А это значит, что мы сможем в два раза быстрее устранять жировые складки, при этом сократив время проведения процедуры. Ну что, небольшое вводное было. Сейчас у нас ждет Луиза Валерьевна. Всем привет. На фоне, кстати, Москва-Сити, поэтому напоминаем, что мы сегодня в клинике в Империи. Луиза Валерьевна сегодня нам расскажет про процедуру Zeltiq Cool Sculpting. Мы сейчас поговорим о всех преимуществах, о насадках и о том, почему двойной аппарат Zeltiq Cool Sculpting в клинике в Москва-Сити – это большое преимущество. Здравствуйте еще раз. Кратко о методике Cool Sculpting или криолиполиза. Это возможность локально удалить жировые отложения нежелательные в той зоне, куда происходит наложение непосредственно насадки. Насадки бывают разных типов, здесь пока представлены две, но, скажем, зоны, которые мы можем обрабатывать, это зона галифе, то есть боковая наружная поверхность бедра, внутренняя поверхность бедер, а также область рук и живот, и также боковые поверхности спины, линия талии. Вот, это те основные зоны, ну, не говоря уже о подбородке и области на коленю. Области, да. Ну, грубо говоря, что мы можем с помощью Zeltiq сделать все зоны на теле и избавиться от дополнительных жировых ловушек на нашем теле. Да, без наркоза, периода реабилитации, и также это абсолютно безопасно и физиологично. Так, хочется поговорить о самой процедуре. Вот вы сказали про безопасность. В чем же ее заключается безопасность? Потому что многие, кто обращается к нам с интересом о процедуре криолиполиза, всегда беспокоятся о том, что не будут ли затронуты органы холодом, не повредятся ли они как-то, и как вообще, в принципе, жировые клетки в дальнейшем будут выводиться из организма. Так, насчет повреждения холодом. Первое. Есть запатентованная система специальных салфеток, при наложении которых не повреждается кожа. То есть у нас происходит замораживание основного объекта, это подкожно-жирового слоя. Также с помощью вакуумной насадки невозможно притянуть и заморозить глубже лежащие органы и ткани. И поэтому у нас холод, скажем так, концентрируется только на целевой участок. Как я и говорила, это подкожно-жировая клетчатка. Угу. Также по поводу безопасности. В самом аппарате есть система безопасности, и если что-то пойдет не так, то аппарат автоматически отключается, и эту процедуру можно будет повторить через сутки. И сама суть процедуры – удаление жировых клеток, а именно суть процедуры заключается в этом. Мы удаляем большое количество жировых клеток в этой зоне, и в результате чего уходят избыточные жировые отложения, а также жировая складка. Жировые клетки не повреждаются, не погибают, не подвергаются чрезмерным каким-то воздействиям. Здесь просто холод осуществляет, скажем, процесс запуска запрограммированной медленной гибели клеток, и происходит в течение 3 месяцев выведение и гибель этих жировых клеток, от которых мы хотим избавиться. И это не происходит сразу и резко, в результате чего нет большой нагрузки на организм. Человек после процедуры чувствует себя абсолютно нормально, никак его общее самочувствие не страдает, и также система его органов. Через сколько мы можем вот получить результат после того, как вышли из кабинета косметолога после процедуры кулскалтинга? Ну, принято оценивать результат все-таки через 3 месяца, но уже постепенно складка, жировая складка, если мы, допустим, говорим о животе или, допустим, о боковых отделах талии, то жировая складка уже через месяц начнет потихоньку таять. Угу. Очень приятно, когда через месяц жировая складка начинает сама по себе таять. Да, не прикладывая никаких усилий.
Хочется еще задать вопрос. Меня он тоже, знаете, интересует практически по личным каким-то качествам, обстоятельствам. Вот хочется избавиться, допустим, от жировой складки. Что нам следует сделать? Нам нужно ли будет предварительно худеть, а потом приходить на Криолиполис? Либо можно не худеть и сразу приходить на Криолиполис? Часто Криолиполис делают даже те пациенты, которые являются стройными людьми. И их беспокоят жировые отложения, те, которые даже при похудении и здоровом образе жизни, а также физических нагрузках не уходят. Поэтому мы можем проводить процедуру как у худых людей, так и у тех людей, которые не соблюдают диету и специально не худеют, то есть на разных этапах. Угу. То есть, в принципе, процедура доступна не только для тех, кто занимается там спортом и не может вывести жировые ловушки, но и для тех, кто ведет обычный образ жизни. Это очень приятно и, на самом деле, практически доступно для всех. Что еще мы, кстати, можем рассказать про аппарат Zeltiq? Мы можем сказать, что, в принципе, процедура вне сезона, то есть, точнее, все сезоны, если правильно говорить, и можно ее проводить в любое время года. Поэтому вы можете так провести ее и летом. Кстати, будет замечательный результат, потому что лучше уже... подготовиться перед летом или периодом отпусков. Согласна. Вот, кстати, по поводу проведения самой процедуры. Требуется ли какая-то подготовка, чтобы провести процедуру Zeltiq? Может быть, дополнительные массажи, обертывания или еще что-то? Если вы приходите на консультацию, да, и в ходе беседы с доктором или после осмотра индивидуально вам могут назначить курс любых массажей, в зависимости от того, насколько плотная жировая ткань, насколько большая жировая складка. Просто для того, чтобы усилить и улучшить эффект уже последующей процедуры полускалкинга. Ну, такое бывает. Нам замечательные комментарии написали. Лучше бы вы сказали о том, что цены стали в два раза ниже. Ну, на самом деле, мы, конечно, такую процедуру в два раза снизить цены не можем, потому что она реально очень такая вот дорогостоящая. Но у нас всегда бывают приятные бонусы, поэтому рекомендуем вам смотреть за нашим инстаграмом, а также заходить на сайт cdk.ru. Там, кстати, всегда есть что-то новенькое. Вот всегда еще интересует наших подписчиков вопрос, как же подбирается насадка. Делается это индивидуально, либо сам пациент может выбрать себе насадку, которая ему нравится. Есть специально созданные, вот у меня два примера насадок, их гораздо больше. Но вот для того, чтобы вы понимали, они анатомические, то есть подходят для конкретных зон. В данном случае это Cool Curve насадка, она как раз подходит для боковых отделов спины, для улучшения зоны талии. Также есть специальная насадка, которая подходит для подъягодичной области, для зоны так называемой галифе или боковых поверхностей бедра, тоже отдельная насадка. По размеру, допустим, насадка для удаления подподбородочной и субментальной области подходит как раз очень маленькая такая насадка, она тоже в виде чаши, немножко повторяет вот эту. Вот эту форму, но меньше, да. Называется она Cool Mini, кстати. Да. С помощью этой насадки мы, кстати... Плоская насадка, ага. Она как раз для таких зон, где как будто бы есть вот небольшая выпуклость, это вот, допустим, зона рук, угу. Наружная поверхность плеч и внутренняя поверхность бедра, когда, ну, то есть присмыка, а не ног. Данной поверхности можно удалить с помощью этой насадки. Она как раз ровным слоем покрывает и удаляет жировые отложения давления. Вот, кстати, немножечко хочу заострить внимание на насадке Cool Mini, потому что она востребована в таких зонах, в которых, возможно, тяжело подумать. Вот сейчас мы уже упомянули зону как субментальную, да, то есть у нас второй подбородок. Еще у нас зона, где подмышечные складочки, то есть для тех, у кого есть там какие-то небольшие дефекты. А еще очень удобно, что эта насадочка подходит в области над коленями. Луиза Валерьевна, скажите, часто ли к вам приходят пациенты на эту область? Да, и, кстати, данная область хорошо моделирует эту зону, и без, опять-таки, прибегания к какой-то липосакции, операции непосредственно. И часто обращаются именно очень стройные девушки. Потому что жирный спрашивает нас, где минус сформироваться. К сожалению. Да, и бывает на очень стройных и худеньких ножках могут быть вот такие вот над коленями образования.
Да, кстати, у многих девушек, кстати, это частый случай. На самом деле, постоянные вопросы у нас в директе на данные зоны. И оказывается, даже на самых худых ножках, к сожалению, бывают такие вот неприятные жировые ловушки над коленями. Ну что, Луиза Валерьевна, я думаю, что мы все рассказали. Самое главное, еще раз напомним о том, что у нас в клинике в Москва-Сити теперь доступно два аппарата Zeltiq CoSculpting, то есть это криолиполиз, благодаря которому можно избавиться от жировых ловушек на теле и на лице. В чем преимущество двух аппаратов? Тем самым, что вы сразу оказываетесь вот в такой вот ловушке с двух сторон, и время затрачивается в два раза меньше, и результат в два раза быстрее. Поэтому записаться можно по телефону +7 495 647 0711. Процедура криолиполиза. Ну, а с вами была Асанович Луиза Валерьевна. Луиза Валерьевна ведет прием в клинике в Империи, поэтому тоже можно записаться сюда, чтобы Луиза Валерьевна в два раза быстрее удалила жировые ловушки на вашем теле. Всем пока. Пока-пока.